Всем привет, с вами Полиморфик. Давайте поговорим о том, что нас ждет 23 ноября на CitizenCon 2019. CitizenCon — это крупнейшее рекламное событие в игре Star Citizen. На этом мероприятии Cloud Imperium Games нам представляют свои последние достижения в разработке игры, рассказывают о планах на будущее, демонстрируют и продают новые корабли. В этом году он будет проведен в Великобритании и проходит на 6 недель позже, чем обычно. Из-за этого совпадает с ежегодной выставкой и распродажей Anniversary Expo. В этом году, как нам уже продемонстрировали, к нам возвращается Джекс МакКлири, и он будет ведущим этого мероприятия. Это телеведущий, журналист и писатель, специализирующийся на космических полетах. В прошлом году распродажа длилась одну неделю, освещая каждый день разных производителей кораблей. И эти корабли были доступны для покупки на сайте Cloud Imperium Games. Также была возможность полетать на них бесплатно в игре. Также в прошлом году нам представили новые корабли — Валькирию, Стрелу, Сантакай и Кракен. По слухам, на CitizenCon в этом году будет представлен больше, чем один новый корабль. И, возможно, это будут уже готовые корабли, а не концепты. Циги уже заявляли, что собираются начать отходить от концепций и показывать уже готовые транспортные средства. На сайте Robert Space Industries в данный момент висит цитата из истории Ника Крашау. По лору он открыл для человечества первую точку прыжка. В ней написано: «Мы все смотрели на ночное небо и удивлялись, но нужно больше, чтобы оставить все позади и наметить курс для великого неизвестного. Требуется сильная воля, чтобы рискнуть всем ради возможности испытать что-то действительно особенное, чтобы увидеть красоту в совершенно потусторонних перспективах, ранее невиданных человеческими глазами. Требуется неукротимый дух для путешествия, которое может изменить сам ход истории, которое может навсегда расширить понимание человечества, нашего места во Вселенной. Прежде всего требуется непоколебимая решимость и стремление проникнуть в неизведанное и вернуть величие». Эта цитата посвящена исследованиям, а выставка будет сфокусирована на Anvil Aerospace. Мы ждем один корабль-исследователь от Anvil Aerospace — это Карак. Также вероятно, что нам покажут новые точки прыжка, и с ними, скорее всего, будут показаны системы Pyra и Nix. Наиболее вероятным сценарием игрового процесса на CitizenCon будет являться миссия, которой нам продемонстрируют Карак, который будет проходить через точку прыжка в новую систему. Также возможно, что Циги представят еще что-то от Anvil Aerospace. Может быть, еще не вышедший ремонтный корабль Crucible или что-то, о чем мы еще не слышали. Также есть вероятность получить переработанный Redeemer, либо несколько обновленных вандульских кораблей. Ваши предположения, какие нам корабли покажут на CitizenCon, напишите в комментариях. Не забываем ставить лайки и подписываться. И до скорых встреч, друзья!